Миф о советской оккупации начал трещать по швам евроинтегрировавшейся до вымирания жителей Латвии. Причем бьют по этому мифу вовсе не этнические русские, а самые что ни на есть латыши. Много шума среди латышей в Фейсбуке наделал пост Инары Баладе, которая без обиняков обвинила латвийских патриотов в промывании мозгов населения. Гадко читать этот выдуманный и натужный бред национальных нациков. Я родилась в ЛССР в 1960 году. Никогда никакой оккупации не чувствовала. Родители не состояли ни в какой партии коммунистической. Свободно и бесплатно получила образование на латышском языке. Свободно русский и английский. Свободно закончила в то время консерваторию. У нас было счастливое детство, бесплатное образование, чистые экологические продукты. И не надо рассказывать, что наша жизнь в СССР была напрасна и непригодной для Родины. Более того, не желающая веровать в советскую оккупацию латышка напомнила своим сведомым соотечественникам, что они вообще-то тупо живут в долг. Сами вы голые, как церковные мыши, обвиняя оккупацию, уничтожили все созданное производство, создав безработицу, выгнав треть и даже больше народа страны в добровольное изгнание. Русский рубль, между прочим, был стабильнее, на копейки можно было много чего, чего нельзя позволить сейчас за сантимы. Так и хочется сказать, дотянулся проклятый. И ведь не только до какой-то рядовой женщины и ей подобных дотянулся, но и до более-менее вменяемых латвийских политиков. В феврале нынешнего года бывший глава Компартии ЛССР Альфред Рубикс, который вполне успешно вписался в рыночек и даже побыл депутатом Европарламента, напомнил, сколько всего делалось при оккупации так называемой. В те времена мы строили по 1000 квартир в год, которые люди получали бесплатно. Да, за квартирой нужно было стоять в очередях, и они не были такими шикарными, как сейчас. Но кто сегодня может себе позволить эти шикарные квартиры? Те, кто наворовал или занимался спекуляцией, которую сейчас гордо называют бизнесом. В советское время люди ехали в Латвию, чтобы жить здесь и работать, а теперь сотнями тысяч покидают страну. В конце 80-х в Латвии было почти 2,7 миллиона жителей. Сейчас едва ли не половина осталась. С этим мы шагаем навстречу столетию Латвии. С чем Рига шагает навстречу столетию, Латвии прекрасно знают и в Еврокомиссии. А вот прогноз трехлетней давности, но он актуален и сейчас. А коррективы в него можно смело вносить лишь в сторону ухудшения ситуации. Тем временем Еврокомиссия публикует тревожные данные. В 2060 году в Латвии число людей старше 65 лет составит почти треть населения. Таким образом, наша страна, а также соседняя Литва, возглавят список наиболее активно вымирающих стран Евросоюза. По данным европейских демографов, к середине века население Латвии снизится почти на 500 тысяч. Впрочем, стоит отметить, что подготовленный Еврокомиссией документ прогнозирует уменьшение числа жителей не только в Прибалтике, но и в половине стран ЕС. Однако, если в Брюсселе в курсе плохих латвийских дел, почему же они не принимают мер? Ответ очевиден. Латвия была изначально предназначена на съедение. Как, впрочем, и другие молодые демократии, вроде вымирающие еще более высокими темпами Болгарии. Потому ЕС и закрывает глаза на все эти марши легионеров СС в Риге и прочие выходки местных сведомых, воюющих с советской оккупацией. Пусть тешатся, все равно лет через 50 никакой Латвии не будет и в помине.